просто немыслимо, столько грибов белых. Вот показываю, раз. Вот это да. Ладно, попробуем уголок отрежем. Идеальный срез. Так, решил я пройтись, посмотреть грибы. Вот. Вдоль распашки тут такой березнячок. И зашел, и в общем-то не зря. Вот они, правда, здесь в траве. Но они тут есть. Вот какие. Чистейшие. Аналогично. Вот это хороший. Режешь, аж скрипит. Потому что очень свежий. Ух ты какой! Это что такое? Думаю, подосиновый. Красноголовый. Ну какой. А это кто? Кто подберет? В общем, снова место попалось. Просто на каждом шагу белые. Я вот. Сколько уже насобирал, и вот сколько еще тут наросло, причем вообще такие идеальные, тверденькие, чистенькие, охренеть. Да, работы сегодня надо будет сушить, сушилка одна электрическая, довольно долгий все это процесс. Ой, это да. Вообще свеженькие такие. О, пропустил такого хлопца. Так, вот еще один гигант вымахал. Ну, видно, что он такой довольно-то неплохой, кажется. Охренеть. Точно. Вот это да. Можно даже... Ну, ладно, попробуем уголок отрежем. Идеальный срез. Обалдеть. Все. Ведро не влез. Ну, этот раз я от машины практически не отошел. Под березовик торчит красивый. Ё-моё, вот еще какой здоровый. Шляпы. Тут сгнил уже. О, хороший. И не один. Ё-моё, тут я нечаянно вломил. Вот, блин, еще одного сломал. Не видно в траве. Вот это красавцы. Все, пойду до машины унесу еще один раз. До темна надо еще забег сделать. Такие еще красавцы попали. Они прям идеальные. Ни грамма. Нет ходов. Трое, вот пока выходил отсюда. Все, ведро не влазит. Лёшка косули. В общем, перешел следующий лесок. Такой, который тут проишеек был. Там я собирал белые. Вот мухоморы. А вот белые торчат.
немножко твоя нога. Ух ты, это крупный такой. Этого сбил кто-то. Тоже ножка немножко черневая. Вот немного и лисички попадают. Я на них время тратить не буду, уже заготовил, хватит. А вот здесь немножко прошел. Покажу, какую семейку там нашел. Вот белые. По-моему, еще есть. Сейчас покажу, что хотел показать. О, три штуки. Следом он еще один. Там, правда, такой классный маленький. Ну, тоже зачетный. Даже, наверное, вот этот крупный будет. Хороший. Сейчас проверим. Сперва средний. Да. Нет, это все. Так, вот не отходя дальше. Эти, конечно, да. Сейчас оглядимся вокруг. Дорога. Вот тут тоже место классное будет. Будут белые. 100%. О, вон они еще торчат. Берем ведро. Вот они. Такая маленькая группа. Оп. Два срослись. Да, и все в отличном состоянии. Можно продавать. Оттенок даже такой желтый у них. Еще пока не темный. Вот. Еще один. Давно я так не натыкался. Вот такой урожай. Вот посмотрите, что творится. Но я уже брать не буду. Ну, конечно, если бы не было грибов, я бы его взял. Но пока не буду. Вот еще шляпа. Тоже огромный диаметр ведра. 12-литрового. Вот еще. Ну, этот тоже уже висит на нем. Пусть остается. Тут что? Тоже белые, но такие не очень мягкие. Да? Ну что, наверное, еще успею заход сделать. Сейчас перееду сюда. Тут уже почти ведро полное. Классно здесь собирать, конечно. Вышел, машину перегнал, перегрузился и дальше пошел так. И вот этот круг такой. Ну, тут колоссальное будет количество грибов белых. Ладно, перееду.
это не шутки. Тут белых грибов тьма. Тут вообще такой плотный. Ух ты, еще вижу, такой же стоит. Класс. Ух ты, это да. Ну вот еще стоят. Большие. Может, что-то есть. Ну, тоже здоровый, я его даже трогать не буду. Я переросший. Скоро отойдут белые. Вот это, конечно, шик. Ну что, мне надо идти уже это до машины вытаскивать грибы. Тоже хороший. Вот еще торчит. Тут их много. Тут два сразу. Небольшие. Тут тоже, но он уже такой медленный. Где-то здесь видел. О, вот здесь хорошая. Небольшие. Да. Нет, тут тоже что-то плесень какая-то. Не будем брать этот. Тоже с плесенью. А вот это шик. Уху-ху, вот это грибов. Это я так полагаю. Вот поле-то большое, вдоль всего поля такой вот лесок идет. Тут их, конечно, собирать не пересобирать. Сколько я там отошел от машины, сейчас покажу. Фу. Я как 300 отошел, конечно. Вот такое ведерко набрал с перееда. Ну что, ребята, в лесу уже совсем стемнело. Насобирал я вот такое количество. Отборные, хорошие грибочки. Ну все, всем спасибо за просмотр. Пока. Все, выезжаю домой. Уже почти стемнело, а всего 9 часов. Немножко накатана дорога уже.